Алексей Николаевич, ну вот стартовал третий цикл тренировочных финских сборов. Скажите, пожалуйста, как был построен сегодняшний процесс? Ну, правильно сказали, что начался третий цикл у нас. С сегодняшнего дня мы перешли на двухразовые занятия на льду. У нас осталась также утренняя тренировка, которая начинается в 8 утра. Она у нас на земле. А потом у нас идет по группам. Одна группа идет на лед. Тренажерный зал, потом группы меняются. И вечерняя тренировка у нас уже общая, когда вся команда выходит на лед одновременно. Продолжаем в таком же объеме работать. Претензии к игрокам никаких нет совершенно. Игроки исполняют новые требования, которые мы предложили в тактическом плане. Самоотдача на высоком уровне. Но и каждый из них пытается показать себя с лучшей стороны. Поэтому по работе мы никаких нет.